Компания «Лукойл» принимает заявки на участие в 18-м конкурсе социальных и культурных проектов. Документы можно подать до 25 марта. Впервые конкурс прошел в Республике Коми и Ненецком автономном округе в 2005 году. За всю историю в нем приняли участие более 2000 проектов. Свыше 500 из них стали победителями. Среди них и проекты, реализованные в учебных заведениях нашего региона. Так, впервые участие в конкурсе принимал детский сад «Теремок». «Разнообразие детства» – так назывался проект, разработанный воспитателями детского сада «Теремок» по созданию лего-центра. С этим проектом инициативная группа педагогов приняла участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» и выиграла грант на приобретение игрового оборудования. Под лего-центр в дошкольном учреждении было выделено помещение. Силами детского сада был сделан косметический ремонт в кабинете. Также было подобрано оборудование для детей, рабочие места. Дизайн кабинета провели у нас творческая группа. И был закуплен на грант, который мы выиграли, был закуплен конструктор. С помощью лего-конструктора дети различного возраста осваивают не только мелкую моторику, но и развивают воображение, фантазию и получают знания. Что у нас в кабинете есть не только лего-конструктор, но еще и есть конструктор разного вида, то есть металлические, деревянные кубики, пластмассовые. Также хочется отметить, что в этот кабинет у нас ходят, занимаются дети разных возрастов, то есть с младших групп и дети уже подготовительного возраста к школе. В этом году подать заявки на участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» можно до 25 марта. На конкурсе рассматриваются заявки по трем номинациям – экология, духовность и культура и спорт. Сумма финансирования одного проекта составляет от 50 до 400 тысяч рублей. Обязательным условием финансирования является вклад собственных средств организации заявителя в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы. Проекты, получившие грант, должны быть реализованы в течение года. Конкурс является эффективным инструментом в решении социальных проблем районов деятельности компании «Лукойл». Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».